час. Уж есть приказ. Уж я среди вас. Андрей, я всем тебе обязан. Подобный поворот в судьбе и лишь благодаря тебе. Я не хочу, чтобы ты был связан. Есть парадокс, и он доказан. За благодарностью протест. Так грустно вспомнить свой приезд. Чужой уклад, чужие лица. И эта гордая столица. Глядишь, затравленный окрест один. Ни в лице и ни с лица. Мыслишка подлая стучится. Зачем ты бросил свой насест? Тут-то на ночном Андрея решаюсь. Разыщу Андрея. Да, он далек, да он высок. Но школьный срок был вместе прожит. Он не отринет, он поможет. Ты не отринул и помог. Высокий слог. Ну что ж, я рад. Андрей, ты поступил как брат. Антон, так поступил бы каждый. О, нет. Я видел не однажды, как быстро леденели те, кто стали жить на высоте, а ты... Антоний, это скучно. Согласен, скучно однозначно. Во мне, я знаю, с малых лет ни грации, ни шика нет. Но пусть я навеваю скуку, тебя порядком истомив, запомню я, покуда жив, твою протянутую руку. Андрей, спасибо за науку. Итак... Землячество не мило. Все земляки, одна семья. Эй! Неужели это я? Периферийный недомерок, паривший разве лишь в химерах, иллюзий жалкое дитя, и стал своим в подобных сферах. И это явь, не блажь моя, не сонная голевотья. Уймись. Так ликовать чрезмерно. Наверно, я воспитан скверно. Не зря себя я не люблю. Холопский раж! Да, не пристало. Но комплексы провинциала, я их не скоро истреблю. Все не привыкну, что в Москве. Не отшлифуюсь, не исправлюсь. Не нравлюсь я себе, не нравлюсь. Ты, видно, с мухой в голове. Но я клеймить тебя не буду, как мазохиста и зануду. Твое нытье и непокой имеют почву под собой. Ведь в прошлом это поколение, что представляем, я, да ты не понимал красоты и блеска сферы управления. Мир службы до недавних, отождествляя с некой тиной и канцелярской рутиной, оно стремилось на простор. Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами. И ты, и я. Теперь иные времена и государственное бремя к себе влечет. Растет страна, растет и молодое племя, и этот утренний прибой слегка перенасытил рынок, что вынуждает нас с тобой кружиться в поисках тропинок. Да, все непросто, не забудь, тот сеет, этот топчет проса. От предложения до спроса, как правило, не ближний путь. Да, повезло тебе, нет спора, у нас не слабая контора в Москве. Таких немного мест, но ты функционируй споро. Не паникуй, не жди позора, не выдаст Бог, свинья не съест. Однако страсти укротив, пойдем на проводы Боброва, где ты вольешься в коллектив. Да, человече, жизнь сурова. Уходит он, приходишь ты, уж так заложено в природе. Кому хмелеть от суеты, кому трудиться в огороде? Как точно? Кто это сказал? Один советский Марк Аврелий. Пойдем, Антоний, в этот зал. Он предназначен для веселья.
общественным. Для панихид, для наших внутренних парадов, отчетов, рапортов, докладов, то для раздачи мармеладов, то для взысканий и обид. Ну, что, Бобров? А что, Бобров? Крепись, Лукич, и будь здоров. Не просто быть пенсионером. Но ты в этом будь примером. Держи, как прежде, хвост трубой. Не закисай, займись собой. Что ж киснуть ни себе, ни людям? Не убивайся, все там будем. И не ходи по докторам. Уж лучше бегай по утрам. Добегался. Не ковыряй гвоздем в душе. Всему есть край. Таков уж ход вещей нормальный. Уйдешь с почетом, с персональной, дай бог так всякому. Дай бог. А ведь схарчил бы, если б мог. Характер тот еще, брутальный. Такая школа, носорог. Соратники, здесь перед вами сочлен наш новый и собрат. Я вам его представить рад, Молочников. Взгляните сами, не правда? Смотрится свежо, учтив. Примерный сын эпохи. Каков? По виду все неплохи. А суть? И сутью хорошо, корректен. Скромен, одарен. Не терпит противостояния, вполне контактен. Наделен большим запасом обаяния. Ну и букет. Уж ты прости, но это ж ангел во плоти. Нет, люди мы, не Аполлоны, не ангелы. Иной режим. Зато собою дорожим, своим порокам благосклонны, но не к достоинствам чужим. Антон не бог и не герой, он импульсивен, а порой не чужд. Рефлексии не в защите, он молод телом и душой. Он и раним, и беззащитен, но он надеется на вас. Пускай послужит. В добрый час. Пусть в деле он себя покажет. А что же он все молчит? Пусть скажет. Я молодой специалист. Экономист. Экономист? Сказал немного. Скуп на слово. Соратники, напомню снова, что он волнуется сейчас. Поймите, он попал как раз на эти проводы Боброва, о чьем стоическом труде давно уж слух шумит везде, чье имя славное известно, причем известно повсеместно. И пусть, бродя по белу свету, не помогал он Лукичу, он примет деятельность эту, как дорогую эстафету, как путеводную свечу. Силен, умеет выступать. Да, мягко стелет, жестко спать. Молочников? Да, это он, Молочников. Антон? Антон. Преемник, значит? Нет, наследник. Ну что же, я не привередник. Теперь сойдет, какой ни есть. Ты слышал? Он затронул честь. Он презирает, ненавидит. Да он в упор тебя не видит. Он высоко сейчас парит, летя по горним импереям. Он не с Антоном, не с Андреем. Он может с Богом говорить. Ты думаешь? Пенсионеры уносятся в иные сферы. А круг бобер. Что ж, у бобра хоть пасть стара, да масть сера. Не зря потерся между вами. Его не улестишь словами. Не сговоришься с Лукичом. Уж этот знает, что почем. От всех идет собачий холод. Не нахожу. Бросает в дрожь. А ты к тому же им поешь, что я неопытен и молод. Теперь меня не ставят в грош. Ну, хватит, прекрати стенанья. Здесь не роденье, а собрание с торжественной повесткой дня. Здесь коллектив, а не родня. Для выяснения отношений условий нет. И словесам нет места. Теперь без прений закройся. Кирилл Петрович! Лидер сам! Thank you.
А виновник? Явился загодя. Добро. Что значит опытный чиновник? На днях сидели на бюро, и я сказал, кого другого и не заметишь, а Боброва еще помянем мы не раз. Ну что ж, начнем без общих фраз. Бери бразды, Семен Макарыч. Товарищи! Не весел я. Вся наша дружная семья сейчас не весела. Товарищ, который так активно жил, наш друг и спутник наш в походах уходит в этот день на отдых. Он этот отдых заслужил. Теснят воспоминания грудь, встает перед глазами снова достойный, безупречный путь Ивана Лукича Боброва. Но это слово не доклад. Скажу, чтоб кончить без окази. Не зря отмечен он в приказе, не зря и месячный оклад ему вручат. Все это знаки признания его трудов. Пусть будут юные служаки такими, как Иван Бобров. Есть материал для мемуаров, но, говорят, с горы виднее. Кирилл Петрович Балтазаров нам скажет лучше и полней. Конечно, правда.
прав, товарищ Тишин. Взгрустнешь, когда уходит друг. Но мне и в этой грусти слышен отчетливый мажорный звук. Уходит спутник боевой на отдых, но не на покой. Пусть нынче он идет на пенсию, но пенсия он знает сам. Звучит не лебединой песнею, а стимулом к иным трудам, теоретическим. Им добыт бесценный опыт. Этот опыт, чтоб в туне не прервалась нить, необходимо обобщить. Кто это сделает верней? Никто. Так пусть перо Боброва заложит добрую основу для практиков грядущих дней. Он знает службу, он мудрец, он в самом деле образец. Он светел, как его анкета. Есть у него особый дар. Мы отказались от банкета. Нам ни к чему хмельной угар. Сказав, что мы гордимся им, мы это трезво говорим. И право, лучшая награда для этого седого льва, как уважение аппарата, так и народная молва. Я знаю, будет предо мной сиять кристальной белизной его серебряная прядка. Лукич, счастливого пути! Теперь позвольте перейти к вопросам общего порядка. Да, всем нам дорог этот дом, но можно ли замыкаться в стенах? При неизбежных переменах должны мы помнить об одном. Общественный порыв могуч. И пусть священная директива народотворчества, вот ключ, решает инициатива, участие широких масс. Антон, внимание! Сейчас оратор сообщит, у нас живому торно смертвечина. Свести! Терпение, старичина. Инертность – главная причина застоя. Нужно помнить всем. Живому тормоз. Мертвечина. И в этом корень у всех проблем. Послушай, как ты угадал? Мудрец не выдает секрет. Ну как же, как? Секрета нет. Цитата эта цветет над письменным столом начальственного кабинета и нас зовет к борьбе со злом. Как, на стене? Да, на стене. Полгода я ее читаю. Ну, чья она? О чем я знаю? Знать бы не мешало мне. Пока что знаю Антонио Меру. И дай сказать, пенсионер, пытливый интеллектуал не нарушает ритуал. Благодарю! Сердечно тронут. Я вспоминаю первый день, когда вступил под эту сень. Был неумеха, весь спеленут, но знал, смущен и восхищен, к чему отныне приобщен. Еще птенец, еще проказник, а шел на службу, как на праздник. Неповторимая пора. Мечтал, укладываясь на ночь, дожить скорее до утра. Сам Голубцов, Антип Иваныч, учил нас, был тяжеловат. Но виноват, не виноват, стой, не дыши, рой землю носом. Не дай смутить себя вопросом.
Знай дело, здесь не детский сад. Отдайся службе без остатка. Покойник требовал порядка. Когда ответственность ясна, не горе посидеть без сна. Дежурь исправно до рассвету. Будь свеж и подави зевок, когда пронзительный звонок вдруг призовет тебя к ответу. Так делали из нас людей. Так нас тесали и дубили. Зато и мы по форме всей служили, а не жили-были. И вам совет мой и завет. Служите выше счастья. Нет. Поцеловать позвольте снова Ивана Лукича Боброва. На чем, друзья, закроем бал? Ну, Тишин, как я выступал? Что ни словечко, то в сердечко. Да, каждое словечко – печка. Который душу согревать. Нет, от которой танцевать. Что ж, буду рад, коль это слово пойдет, как говорится, в рост. Я малость приподнял Боброва. Он не хватает с неба звезд. Что делать, прошлая эпоха припомнила царя Гороха. Причем тут был, в конце концов, Антип Иванович Голубцов. Да, нет масштаба. Таба, нет охвата. Бог с ним, проститься и простить. А что, если его спросить, кому принадлежит цитата? Да что с тобой, ты опять? Кто же автор? Что тебя задело? И чем она тебя задела? Ей-богу, не могу понять. Заела, что ли? Не заела. А мне необходимо знать, кто формулирует так смело. Тебя, я вижу, не унять. Так это значит, твой дружок? Молочник, сотрудник новый, к любым дерзаниям готовый. Уж будто. Что же новичок молчит? Пусть скажет хоть два слова. Я молодой специалист-экономист! Ну, брат, на это в отделе кадров есть анкета. Все остальное белый лист. Он малый скромный, работящий, корней надежных от земли. Его вы речи увлекли. Вот значит как? Момент блестящий. В особенности вы зажгли. Цитатой руководящей. Кто автор формулы разящей, которую вы привели? Кто автор? Автор подходящий. Других не держит. Кто же он? Известно, кто. Я весь извелся. Откуда ты такой нашелся? Кто автор? Надо б знать. А то не сиди. Он мне не ответил. Да что ты? Это я заметил. Какой же, братец, ты пижон? Из молодых до борзых. Да почему? Видать, привык начальство загонять в тупик. И это значит свежий воздух. И это новая волна. Ну, времена. Сметлив.
по всем статьям завиден. Зря разливался соловьем. Ну что же, поживем увидим, а не увидим поживем. Дебют удался, несомненно. Кого ж ты в лужу посадил? По стати видно, джентльмена. Пришел, увидел, наследил. Гордись, отменный кавардак. Я злоба, лица как прогорклые. Ты видел, как меня исторгли? Я говорил, что я чужак. Согласен, их слова никак не смахивали на восторге. Чего ж ты хочешь? Твой дебют прошел весьма своеобразно. Да, быть естественным опасно. Таким пощады не дают. Пора бы знать, чем ты активней, тем роль твоя бесперспективней. Я вылез, тех, кто вылез, бьют. Растешь. Кто требует или просит, кто много на себя берет, того, как правило, заносит. Скажи, такого не выносит. А если уж его выносят, выносят ножками вперед. И все ж, слезой солоноватой, не окропляй свои черты. Все было проще, если б ты мне разъяснил вопрос цитаты. А, нашелся, значит, виноватый. Выходит, я не захотел, волчище, под овечьей шкурой? Нет. Ты напрасно смотришь хмуро, и тяге к знаниям есть предел. Настенную литературой я подзаняться не успел. Хотя ты прав, мой друг понурый, знакомство с массовой культурой включает и такой раздел. Как ты со мной высокомерен. Ну что ж, имеешь все права, изящен, ловок. Голова неуязвим, в себе уверен, а я лишь захолустный мерен. Слова, Антоний, все слова, хоть ты суров к себе, покуда, но мыслишь о себе не худо и верно делаешь, не трусь. Да ты смеешься! Не смеешься. Одна насмешка в каждой фразе. Чего ты взял? Ни в коем разе. Твой мазохический угар вполне бесплоден, хоть и сладок, но в нем честолюбивый жар. И этот жар немалый дар, установишь другой порядок, брось вызов миру и судьбе. Скажи себе, внуши себе, да, я Молочников, я справлюсь. Не нравлюсь я себе, не нравлюсь. Заткнись, ты к этому привык, ты молод, свеж, не отставник. Самокопание вне моды, не утоленности на годы, а удовольствие на миг. Зачем меня ты подобрал? Я добрый старый генерал. Ты мой земляк, мой однокашник. У каждого в душе загашник, сентиментальный островок. Там чувства ходят на лужок, как простодушные буренки. И память о себе, ребенке, нас опаляет, как ожог, как грубы мы. А был тонкий и непосредственный, и звонкий. А, где мой носовой платок? Я твой каприз. Ты мой порыв. Кто эта девушка? Как мило. Ты видишь девушек. Ты жив? Не жив. Никогин лишь намыло. Перед тобою труп, фантом. Смотри, кто к нам идет, Антон. Воскресни, это же Людмила. Ну кто? Крепись, малыш, дочь Балтазарова. Валишь, морочишь голову. Немало. Тогда мне крышка, все пропало. Андрей, как кстати. Наконец мне кто-то скажет, где отец. Ждешь, ждешь. Как в гневе вы страшны. Оставим точность для монарха. У современных иерархов иные качества важны. Я полчаса сижу в машине. Теперь в ответственном мужчине иное ценится. Нужны моторность, занятость и хватка. И погруженность без остатка в дела державы. Ах, Андрей! Так упускают дочерей. А что поделать? Год от года все больше на посту горит. Бывает, сам же говорит, что он... Особая порода из тех, что этот босс везут. На том и слуга народа. Служение – мощный институт. Оно торжественно и строго, и не случайно так влечет. Оно избранников
дорога. Хозяев, как известно, много, а слуги те наперечет. Когда ж вы явитесь, однако? Тот, кто под знаком зодиака рожден страшиться королев. Не знаю никакого знака. Зато испытывать мой гнев нет смысла. Как? Пренебрежение? Еще от гнева поражев, еще сильней. Похорошев, вы нанесли мне поражение. Но ведь какое положение вы ставите? Что скажет шеф, ваш дом, такое окружение? Я зайчонок, а не лев. Вот и еще соображение. Знакомьтесь, друг издалека, земляк, теперь и сослуживец молочников. Наверняка я выглядел как нечестивец в хандре, оставив земляка, а ей подвержен он слегка. Родится же такой счастливец. Поступок не для орлюка. Вновь приобрел. Он существо занятное, при вам слово. Мне занятно. Все, что ново. Ну так возьмите его с собой, что ж тут такого? Я рад бы дать Антону шанс, но тут, к несчастью, есть нюанс. Какой еще нюанс? Молочников возжаждал друг первоисточников, что осложняет наш альянс. Да ну вас. Чтоб скорее возникли и не перечьте. Вы постигли, за вас решила я сама. Все ясно? Рыжая чума! Возьмите и его. Я вещь. Предатель. Слишком ты зловещ. Я осужден каким-то роком. Быть вечным земляком, дружком. Ночным горшком. Ночным горшком! Быть на подхвате, быть под боком. И вот влюбился, не шутя. Смешная роль, дрянная пьеса. Не представляет интереса. Мило, модное дитя номенклатуры и прогресса. В ней все слилось. Так хорошо. Поберегись, твоя душа, совсем как пятка Ахиллеса. Ты уязвим. Да ты повеса, твоя цветистая лапша ей нравится. При чем тут я? Смирись. Насколько мне известно, она законная невеста. Не может быть. Невеста чья? Соперник твой, не заводись-ка. Престижный, а не престижной. Международник в стиле диско. Семьей подпертый, как стеной. И мама вроде рекордистка, и папа тоже племенной. Ну как же? Самый колыбель, он фаворит, он сиборит. Тягаться с ним тебе ли мне? Зато мы раньше поумнели, что в нашу пользу говорит, пусть есть в тебе недопеченность. Все обомнется, не беда. При чем тут ум и увлеченность? На мне мерцает обреченность. Я на обочине. Да-да, я аутсайдер. Ерунда, Антон. В тебе огонь, Антонов. В тебе видна игра гормонов. Ты молодой специалист, экономист. Экономист? Я утверждаю, дай лишь срок, ты будешь сам из чемпионов, из суперменов, гегемонов. Ведь ты бедовый паренек. Не издевайся. Бог с тобой. А что касается Людмилы... Иди на «вы» и спробуй силы бестрепетно, поспорь судьбой. Ты прав. Но, коль не дурак, не забывай, что есть девицы, на них смотреть и лишь девиться. А коль подумаешь про брак, так впору сразу удавиться. Как бы не так, ты мне напомни. Я мужчина. И я живуч, решил и взял.
Еще живуча мертвечина. Но кто же? Кто это сказал? Домой? Или зайдешь в буфет? Нет. Накатов выглядел надежно. Возможно. Похоже, с Глебом дело скверно. Не компания. Пусть Бойко не пыжится иной хитрец. Мол, что мне, я и швец, и жнец. Нет, тут не по сигналу стойка. Необходима перестройка. Не можешь? Подставляй крестец. Надеюсь, все и всем понятно. Я к этому еще вернусь. А в заключение коснусь одной проблемы, деликатной. Никто не станет покрывать тех, в ком чрезмерно много живости. О социальной справедливости советую не забывать. Смотрите, не ловите рыбок, где мутно. Скользкие дела. Тут, знаете, не до улыбок. Он Глеб Угодьев, не ждала, в идеологии скала, в финансовых вопросах зыбок. Был человек, теперь зола. Маша, не допускай ошибок. Ну, это к слову. Вы должны, я повторяю это снова, уметь взглянуть со стороны на метод, стиль, на те основы, к которым вы привыкли все. Готовьтесь к новой полосе. Нептуна Павловна, мы с вами в упряжке чай не первый год и видим, что куда идет. А все ж таки слова словами, не угодить бы в переплет. Кто ж против, так сказать, дерзания? Тем более на этот счет даны прямые указания. Но кто горяч, перепечет. Уж мыль не сытый чудесами. Нетерпелива ли Москва? Со всех сторон отдай права. Мы на местах с усами сами. Буквально каждый ветродуй имеет личные порывы. Шуруй, коль хочешь, но шуруй в пределах данной директивы. Гореть ведь тоже ни к чему. Не захотел ли ты на отдых? Его я даром не возьму. Так сократи в своих заходах. Уж больно нежный ты цветок. Не ты один за монолитность
Мы поощряем самобытность, но отрицаем самотек. Не паникуй. Нет основания. У каждого свое призвание. Есть тело, есть и голова. Тело могут быть права, зато у головы влияние. Добро. Свободные. Разошли. Кирилл Петрович, задержись. Заговорят до полусмерти. Вчера была я на концерте на Маркине. Ты б видел зал. Но парень, всем скажу, я взял. Уж так исполнил он анданте. Что ж не исполнить при таланте? Ведь вот не ходишь ты, а зря. Был Николай Матвеевич сыном. Ого! Короче говоря, не хлебом сытым и единым нужна духовность. Рад, не рад, об этом нынче в каждой речи. И Маркин, он не первый встречный, лауреат и депутат. Схожу. Теперь скажи, Кирилл, что за цитату ты повесил? Так Тишин был, наговорил. Куда ни кинь, пейзаж не весел. Подумай сам, что заварил. Чуть рот откроешь, в поученье приводишь это изречение. На стенке буквами воршин. Откуда взял? С каких вершин? И где оно к тебе слетело? Тебя о нем спросили, чье? А ты не знаешь. Ё-моё! Ведь это ж непростое дело, хотя б язык укоротил. Вот отчего все нос воротят. Другой бы так наворотил, и ты бы тоже воротил. Тревожный факт людей заботит. Скандал, сынок, растет как ком. Тем более дана огласка. Вполне понятная опаска. Запахло, братец мой, дымком. Я тоже ведь не из овец, не первый год живу на свете. Я, что ли, слова придумал эти? Довольно странно. Ну, отец, это мы речь, что мы не дети. Ну, был бы ты щенок, птенец. Ну, старый старец, наконец, так-сяк. Ну, ты ж в соку мужчина. Не сам придумал. Ну, а кто ж? Я подзабыл. Ну, ты даешь. Живому тормоз мертвечина. Немного на себя берешь. Не трус, да не настолько смел. Подобные формулировки не каждый выдаст. Кто посмел, тот вправе. Эх, какой ты ловкий. Понятно, право он имел. А вдруг он больше не удел. Подумал? Вдруг сошел он с бровки и на такие установки давно уж не имеет прав. Тогда от этих приправ летят с горы без остановки. За что? Суди по обстановке. Тут не погладят по головке. Кто маху дал, тот платит штраф, чтоб не вещал без подготовки. Чай подхватил ты на лету, так, с пылу, с жару. Цитата большой оскоминой чревата. Тут за версту горчит во рту. Да чем же? Где в ней продолжение? Что ж сходу ты не возразишь, что жизни не затормозишь? За отрицанием утверждения таков естественный процесс. Где позитивное?
святое! Сказал одно, скажи другое. Необходим противовес. Но есть в ней нечто дорогое. Борьба за творческий прогресс. В ней есть сигнал, вот здесь опасность. Она рассчитана на гласность. Она нацеливает нас, будит непримиримость масс. В ней даже чувствуется страстность. Она не прежде, а сейчас возникла. Это несомненно, в ней дух идеи современной. Я в этом уверяю вас. Ах так. Ну вот что, Балтазаров, уж обо мне ты не радей. Мне, брат, не надо комиссаров. Со мной по линии идей пока что не было пожаров. Самой воспитывать людей приходится. Так будь скромней. Учту. Впредь не надо споров. Уж больно любишь и выпендрешь. Что забежишь, что завернешь, что пищу дашь для разговоров. А, Никодимов, Никаноров и Николаев, все про то же. Возможно, в чем-то он хорош, да у него павлиний норов. Друзья, приятели. Добра желают. Не сучи ногами, а лучше шевели мозгами. Что будешь делать? Что ж, пора мое исправить упущение. Советы будут учтены. Велю, чтобы это изречение сегодня сняли со стены. Не все так просто, если честно. Повесил, снял, и стенограмм изъял и рад. А неизвестно, как быть. Придет великий срам. Кто? Автор тезиса. А если... Еще он в кресле. Ты ведь сам даешь тут всякие намеки, что у тебя, мол, нюх да слух, что здесь был современный дух, что наше время, наши сроки. Ну так оставим все как есть. А коли успел он пересесть из кресла да в другое место, как твой Иван Лукич Бобров, вот, пенсия. И будь здоров. Сниму. Ой, Балтазаров, бес ты, сниму. Не сняли бы головы из тебя, да из меня придачу. Так как же мне понять задачу? Сам думай. Ты ж мудрей совы. Пришел бы раньше за советом, а то трясешься над своим фарфоровым авторитетом, не зная автора при этом. Оставлю. Ты не сокрушим. А ежели расстались с ним, как говорится, прошлым летом, оставлю. А кого, мастак? Да как расстались? А вот так. Бывают съезды и разъезды. Спроси у дочери невесты, как расстаются. Ишь, простак, хотя я высоко залез, ты не видишь, что за оборот все принимает. Смех берет, вокруг него несет паленым, а он глядит Наполеоном. Уж когда нашелся обормот и стал копать, так может статься, он дальше будет рыть, как крот. Глядишь, сумеет докопаться до имени, тогда компот. Хлебай до дна, куда деваться. Какой-то фертик, лоботряс. А ты чего штанами тряс? Куда глядел? Тут не театры, ты адмирал, глава эскадры, идешь в поход не в первый раз. Решают кадры, только кадры. Ой, всю дорогу учишь вас. Ну, будет. Пожил по наитию, достукался. Теперь твой хмырь всех подведет под монастырь. Так вот, опереди события, чтобы нашел, даю 2 дня. Мне автора цитаты этой, а не найдешь, тогда не сетуй, вини себя, а не меня.
еще внимательней. Беда. Не говори, самим обидно. Подумать только, отродясь я столько книг не пролистала. Что ж вы сидите, точно князь? Хоть помогли бы, я устала. Тем более приятель ваш затеял этот яролаж. Пытлив. А нам устроил пытку. Язык, как видно, без костей. Он жертва загнанных страстей. А мне такому недобитку зашить бы рот. Ну, нет везде. Мы сообщим. Велел отец отвлечься от литературы, налечь плотнее на брошюры. Спасибо. Он у нас мудрец. Он сколько сгрушено на стул брошюр. Знать бы на минутку, где взял он эту шутку? Где слышал? Кто-то щегольнул, блеснул в словесном фейерверке. А шеф был близко на беду, понравилось. Пришлось по мерке, звучит. По всем статьям в ряду новейших мыслей. Попаду в десятку, думаешь порой, ведь даже не авантюрист. Вдруг да прельщается игрой, дурманит чат и тянет риск. Мы все так. После, хоть потоп, допытывался прежде. Поп, скажи-ка, сыне, како веруешь? Теперь вопрос поставлен в лоб. Кого цитируешь? Хоть ведаешь? О, пропасть, только пронесло. Не правда ли он, обаяшка? Да, что-то есть. Ну вот что тяжко. Он не дается в руки мне. Необъяснимая затяжка. Ведь видит. Девушка в огне. Ну что ж, знакомая вполне, их дезертирская отмашка. Ему ли справиться с тобой? Увы, кто в бой, кто хвост трубой. Однако ж. Столько неполадок, что не починишь тут всего. Да ты не спрашивай его. С каких же пор такой порядок? С каких? А с тех, как сильный пол, покладист стал и безопасен. Силен же лишь по части басен. С тех, как прекрасный слабый пол, играет в регби и футбол. И стал уже совсем прекрасен. Поскольку милости не ждет от горестной мужской породы, и сам решает, сам берет. Кто руководствуется модой, тот жертвует своей свободой. А надо бы наглядеть вперед и представлять движение. Вот. Оно исходно прихотливо. Глядишь, спустя короткий срок не моден более порок, и снова модно быть стыдливой. Здесь осмотрительность нужна, и крайняя бдительность важна. Он что-то жалкое бормочет. Лариса, он меня не хочет. Ему любовь моя страшна. Его какой-то комплекс точит. Он слаб. Он раб. Он не умен. Мне кажется, что трусит он. Вдруг кем-то будет обвинен в расчете. Вот вам суть мужская. Жалка зависимость такая от чьих-то мнений. Он смешон. Ему не по плечу столица. Он просит право удалиться. Он кажется, изволит злиться. Он в самом деле сокрушен. Ему б сквозь землю провалиться. Да неужели? Где тут люк? Единственное, к сожалению, возможное для вас падение. Увы, какой же вы орлюк? Хоть не водили в заблуждение. Прошу, однако, снисхождения. Вы правы, мой смертельный друг. Да, я развенчан по заслугам. Да, я останусь не у дел, я высмеян, и я поруган. Не зря и жизнь домашним кругом я ограничить не хотел. Как объяснить вам? Вдруг припрет и обнаружится фатально, что повседневность ритуально, пожалуй, слишком. Полон рот вполне бессмысленных хлопот и предначертан изначально. Печальный твой круговорот прыжков, мельканий, мельтешений, давно изжитых отношений. Если б все наоборот. Да нет подобных превращений. Живем, и черт нас не берет. Простить.
Я здесь не один, я не вправе увлекаться, что голосить среди руин. Всегда и всюду улыбаться по роли должен Арлекин. Кому бисквит, кому мекина. Моя дорога нелегка, но прежде чем я вас покину, скажу уже издалека. Освистывайте Арлекина, но не судите Арлюка. Засим поклон. Ах, уход на славу. Аплодисменты, крики браво. Раскланялся и был таков. А он не весел. Он мне нужен. Сечешь? И не партнером. Мужем. Ты тронулась. А Вася Лбов? Мне этот Вася здесь. А когда же? Постыл. Как он бы не остыл. Такие не всегда в продаже. И сам шагает, что есть сил. Да и отец стоит на страже и обеспечивает тыл. Хочу Андрея. Что-то часто менять ты стала женихов. Подруга, очень ты глазаста. Наколешься в конце концов. Хочу Андрея. Это что ж, уж Вася Лбов, ей нехорош. Ну, чокнутая, ну... Поганка, накроется твоя загранка. Переберешь. Андрея! Не лезь в бутылку. Желаю! Видели дебилку? Я Арлюка хочу. Имей! А кто ж тебя его решает? Держава это разрешает. При чем тут Вася? Будь умней. Один другому не мешает. Ты... Знаешь, что такое страсть? Отпасть. Мне жаль тебя до боли. Они тому учили в школе. Да и не так, как видно, мать. На бедняжка. Рыжая я, что ли? А попросту моя бы власть, задрала бы я тебе девчонку и выдрала. Нашла девчонку? Вот именно, чтобы мне пропасть. Живем не только для прокорму. Ох, ох. Для чего живет? Где драма, где лишь анекдот, но ничего, вернешься в норму, подруга. Это все пройдет. Найдут родители цитату, возвеселятся все подряд. Всех больше Вася будет рад. Назначит свадебную дату. Нацепишь девичий наряд, машины, Мендельсон, парад. И к неизвестному солдату отправитесь в известный сад. Ну, побежала, ждет Виталий. Все состоялось добрый час. Вы спали? Да с какой печали. Не спали мы и не зевали. Всю ночь не закрывали глаз. Сиди, листай. Она полдня со мной урылась во всех томах. Совсем сварилась. Они писали, ты читай. Вот-вот читай, скажи на милость, какое горе утомилось. Не то, что задницей вертеть, там и на год здоровья хватит. Вот горе, на него накатит, а всем терпеть. Кирюшка,
волокордины хлебни. Подмоги никакой. Дочь поднял вместо сердца льдина. Ах, ты там уверен. Слышишь, Тина? Я голос слышала мужской. Здесь был Орлюк. Орлюк? Орлюк. Час от часу. Он мой приятель. Твой приятель? Он предатель. Что это дело его рук? Совсем спрыгнул! Умолкни, дура! Кирилл! Сам знаю, что Кирилл. Молочникова кто внедрил? Его была кандидатура. Тот подвернулся невзначай, мол, выручи. Он выручает. Дочь за отца не отвечает, а он за друга отвечает. Не хочешь за отца родного ответить? Он уж твой позор. А что Молочников дурного такого сделал? Что такого? Хотел расширить круг особ. Как видно, парень самобытный. Расширить? Думаешь, он сам такой явился любопытный? Вот тёлка верит чудесам. Он был подучен. Ах, ехидно! Подучен был наверняка. Да кем? Не знаю я пока, но совершенно очевидно, что опытная здесь рука. Все подготовлено солидно. А в чем винишь ты Орлюка? Он нынче вовремя пришел, ободрил, с мертвой точки сдвинул. На Маяковского навел весьма находчиво. Орел, так это он его подкинул. Я Маяковского прочел. Сказал же лучше наш поэт, что ненавидят мертвечину. Нет, нечистый пируэт. Отсечь вторую половину легко, но делать так не след. Такой подсказ скорее во вред. Вторую? Там идеи две. Он мертвечине угрожает, но жизнь при этом обожает. Вот эта ясность в голове, зато его и уважают, зато и... Памятник в Москве. Все думаешь, умней отца ты. Ну, давай. Ох, чую, не найти цитаты. Да, не дослышал, не допер. О том же речь вела хозяйка, когда позвала на ковер. Крут получился разговор, к спине от пота липла майка. Чем больше слов, тем дальше в лес. Лишь думаешь, во что ты влез. А ей одно лишь, подавай-ка противовес. Ей интерес какой? Ей выгоднее утайка, Кириллушка, я не смекну. Уж ей зачем же гнать волну, вдруг да окатит. Тина, поздно, огласка, слишком все серьезно, не скроешь тормоза спустив. Уж так я подал это блюдо, присутствовал весь коллектив, и Тишин раззвонил Иуда. Не зря Бобров Иван Лукич предупреждал, что он поскольку. Откуда? Не знаешь, где, когда, откуда вдруг рухнет на тебя кирпич. Кто? Первым этот текст родил. Но я со всех трибун твердил, я водрузил его на стенку, что вдруг... Какого я рожна, лез точно школьник в переменку. Моя вина. Теперь она, само собой, дать должна принципиальную оценку и реагировать сполна. А как? Ведь неизвестно ныне, кто автор. В надлежащем чине и действует, или отставник, или, боже упаси, штрафник. Не к ночи будь помянут ныне. Нет, не проститься. Я не вник, а ей теперь сидеть на мине и ждать, что грохнет каждый миг. Себя ты лучше пожалей. Вот именно. Что делать, Тина? Такая подлая картина.
сказать, лежи, как мышь. Опасность требует движений. Поговорить с Албовым старшим. Что? Перед свадебным-то маршем? Зачем пугать его? Права, все нервы. Не ломай дрова. Людмила! Вася был? Не помню. Не помнишь? Это как же так? А очень просто. Этот брак не состоится. Ох. Да что мне ваш Вася? Надоел! Дурак! Ты что, подобную опору и потерять? И в эту пору, когда весомое родство дороже может быть всего! А если я люблю другого? Ты что несешь? А что такого? Вас слушаешь одна тоска. Ты не в себе. Другого снова кого? Андрея Орлюка. Зарезала. В крови рука. Ну нет, за этого не выйдешь. За чужака! За вострюка! Уж проживем без примака! Нет! Выйду! Теперь ты видишь, тут заговор, тут рубят сук, все зрело тайно и келейно. Да брось ты заговор, не вдруг, то я и Сандро, сердечный друг, то подавай Али Гусейна, теперь Орлюк. Теперь Орлюк! Да выходи хоть за Эпштейна. Есть у меня плановичок. Чем для тебя не женишок? Ты сможешь с детства безыдейно. Худо мне. Должно быть шок. Вот дрянь, ведь доведешь отца. Небось, повысилось давление. Конца дождемся представления. Дождешься моего конца. Взгляните вы на эту дочь. Берег ее, стерег покоем. Учиться было ей не в мочь. Так я усилия утроил и вытянул, втащил, устроил. Как дочь Мефодиева, дочь в дочь. И вот ответ за все. Мамра! Дочь, дочь! Ну что я вам, младенец? Ты мне не дочь. Не дочь. Ты отщепенец. Отщепенец. Ты враг. Кириллушка, Кириллушка. Враг. Да очнись, ты просто невозможен. Да, заговор. Со всех сторон я окружен, со всех обложен. Уж если с ними дочь, ну что же, тогда я покорен. Назначьте день для похорон. Я уничтожен, мне плохо, лыка не вижу. Врача, похоже, отхожу. Черный ворон, черный ворон, что ты вьешься надо мной? Ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой. Ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой.
Не без вины я виноват. Не то, чтоб злая воля чья, и все же правда не то я скажу тебе, тяжеловато, несоразмерная расплата. Жена сама уж не своя, я болен, ноги как из ваты. Дочь куксится, все планы смяты, куда-то сгинули друзья. Подумай, целая семья горит из-за одной цитаты. Что делать? Сколько ни вертись, а правда правдой остается. Без нас цитата обойдется. Нам без нее не обойтись. Она, что крыша у жилья, ходи под ней, но зная чья, промашку дали. То и тяжко, мои дела, моя промашка. Добился пакости такой, своею собственной рукой. Как говорил святой Никола, товар надежен, коль не свеж. Не выдай тезиса допреж, он не подпёт. Вся жизнь школа, семь раз отмерь, один отрежь. В чем высший смысл протокола? Железо соблюсти рубеж, а значит избежать прокола. Сорвался, к радости не вешь. Забыл, что подойдешь ты голо. Уж коль пришел ты в аппарат, не слушай, что плетут подряд. Не доверяй чужим легендам, не будь гнилым интеллигентом. Имей с собой в любой момент для документа документ. И вот вам, старый бериндей, запил бы, да принародно не модно. Больше, чем не модно. А пить, закрывшись от людей, как будто ты какой злодей, невесело, уж тут не пьется. Что ж человеку остается? Лежи, терпи и холодей. Шучу, конечно. Понимаю. Я никогда не принимаю. Пожар. Вот это, брат, пожар. Все, что стряслось, еще освоить мне предстоит. Да, лопнул шар. Молочникова успокоить вам надо. Это не устроить. Не тот, сам видишь, экземпляр. Нет, худо. Просто нет озона. Болеть вам дома нет резона. Ложитесь-ка в стационар. Пошел. Пора бы знать и честь, а зато и знать по меру. Не объяснишь пенсионеру. На пенсия сердце ест. Да, и время есть. Да, гость не тот. Что делать? Все в кусты и в ниши. И телефон. Ребёшки тише, молчит, не дышит анекдот. Вот выпей! К черту не хочу. Уже утоп в волокордине. Лежишь, как будто в карантине, как меченый. Что ж, промолчу, но не забуду. Отплачу. Шут с ними, не нужны их вздохи. Не взял от них бы и рубля. Бегут, как крысы с корабля. Неужто за дела так плохи? Был Вася Лбов. Хельнул, слинял. Да, это делается быстро. Чай-папа получил сигнал, ведь правая рука министра. Как видишь, я была права. Ох, Люда, это все слова. Не видно, что ты Ларисы. Куда-то делась. Крысы, крысы.
что ж делать? Жизнь такова. Бобров советует подспудно и, соблюдая должный такт, войти в какой-нибудь контакт с Молочниковым. Что ж, нетрудно. К нам приведет его Андрей. Звоню. Сердечно благодарен. Но надо действовать хитрее. Орлюк продолговатый парень. Здесь третий лишний. Чем скорее ты это сделаешь, тем лучше. Не знаю сам. Такие тучи. Нет четкости. Да, дал я течь. Бобров твердит, в больницу лечь. И прав. Придется, это ясно. А и отсутствовать опасно. Тут головы и сносят с плеч. Вот случай, кто предвидеть мог. В одну отличную субботу поехала на островок передохнуть, стряхнуть заботу, все руководство. Шашлычок, рыбалка, банька, костерок, ночевка. Утром в воскресенье встают. Град. Ливень, наводнение. К ним не подплыть, не подгрести, не снять, не вывести. Пути отрезаны. А в учреждении, в осиротевшем, в этот срок один остался паренек. Помощник чей-то для порядка, такая темная лошадка. Но, видимо, он был игрок. Не дожидаясь полномочий, стал действовать без многоточий. Он и приказы отдавал, и выносил постановления. Тем более там был завал дел всяких, ждавших разрешения. Вот так, хоть он и рисковал, в течение почти недели, пока начальники сидели в воде вдали от стервеца, осуществлял он управление и заработал поздравление. Кого же? Первого лица. Когда же те вернулись спешно, им объявили, что без них тот руководствовал успешно, и нет нужды во всех других. Вот что такое отлучиться. Представь же, каково лечиться и поджидать вестей таких? Так поступить с людьми жестоко. Звонок! Лариса! Я пойду. Устал я. А твоя сорока накличет не одну беду. Пойдем-ка, Тина, я прилягу. Ты дай мне ручку и бумагу. Есть у меня одно лицо про черный день, чай не осудит. Похоже, дня черней не будет. Черкну, пожалуй, письмецо. На помине. Могу представить, как меня здесь вспоминают. Вся семья живет, как будто бы на мине. Спасибо. Вы к отцу? Он там. Не сразу. Для начала к вам. Когда впервые предстали вы передо мной, и ваши волосы густые блеснули огненной волной, не смог унять своей мечты я увидеть вас своей женой. Безумец. Я, наоборот, мечту стал пестовать упорно, это было плодотворно. Я приказал себе: вперед, не отступай, она бесспорно тебя однажды изберет. Мечта? Которой стали вы.
Да, все казалось невозможным. Ваш дом с его укладом сложным, ваш круг, внимание всей Москвы, а я тот, кто шагом ложным или возгласом неосторожным привлек злословие молвы. Но жизнь на счастье полосата. Поистине не вечна мгла, это чертова цитата, в конце концов, мне помогла. Действительно, весьма богаты бывают странные дела. На собственном своем примере я убедился между тем, что мы мужаем от проблем. И что пусть пока не стал я всем, но уж теперь, по крайней мере, не назовут меня никем. Скажите. Знаю, что пока не я питаю ваши мысли. И ваше равнодушие числит меня всего как земляка блистательного Орлюка. Но вы над пропастью повисли. Прислушайтесь к моим словам. Он вовсе не подходит вам. Однако... Он не глуп, не пресен. Бывает даже интересен, но путного не истолок. Увы. Он слишком легковесен. Отсюда низкий потолок. Для счастья мало сладких песен. Когда бы вас он уволок, вам очень скоро стал бы тесен бесперспективный уголок. А вы? А я совсем другое! И как толковый ученик я знаю, юность не пикник. Используй время дорогое, чтоб стать заглавную строкою в какой-нибудь из главных книг. Дорога может быть и длинной, но важно вовремя начать. Я в ваших ручках буду глиной, чтоб после мужем и мужчиной усилье ваше увенчать. Так станьте ж терпеливым зодчим. Я гибкости не утерял, вам достается, между прочим, податливейший материал, но кровь во мне не водится. Поверьте, мне помочь не грех, мне только под моих помех решительно освободиться и очутиться среди тех, кому сопутствует успех, кто с просьбами не пишет писем, кто гордо тихо-тихо горд причастностью к заветным высям, где первый ряд и первый сорт, любимый и привычный спорт, где тон хотя бы независим, где облик резок и не стерт, что рядом с вами на приеме в каком-нибудь известном доме не убивался я б тоской, не зажимался бы в истоме, я знал, я свой, я сам такой. Людмила, милая, взгляни, я вот, я тот, я отскитался, я полон сил, я застоялся, я слишком долго был в тени. Как это все необычайно. Ну да, вы человек прямой. Но я не знаю вас. Вы тайна. Так это ж главный козырь мой. Я неизвестен, но прославлюсь. Я на великом рубеже. Я сам не чей-то протеже. От всяких комплексов избавлюсь. Понравлюсь я себе. Понравлюсь. А мне ты нравишься уже. Здесь траур. Я видоисточник? Так я веду и разведу. Я буду звать тебя молочник. Зови отца и мать. Бегу. Родители, к вам гость как раз. Так кто же это? Бесподобно. Вы побеседуйте подробно, а я пока оставлю вас. Молочников, ну ты и лих. Пришел на дело рук своих взглянуть. Предаться здесь веселью,
погорцевать при свете дня. С такою ты явился целью. Нет, цель иная у меня. Все, что касается цитаты, я выяснил. Ах, смерть моя! Ты говоришь? Но только я потребую за это платы. Что ж, требуй, раз пришел с ножом. Согласен, я не бескорыстен. Одна из непреложных истин – долг всякий красен платежом. Прошу вас руки Людмилы! О, Господи, как будто вдруг на голову свалился тюк. Не бойтесь, мы друг другу милы. О, Господи. Я не орлю, во мне кипят большие силы. Позволь, какой же ты супруг? О, да, я не вхожу в ваш круг. По воле случая слепого я запоздал. Но я в пути. И современника любого! И в том числе любого лбова еще успею обойти. Я тверд, на моду я не подак, я гибок, но отнюдь не трус. Я молод, но люблю порядок, дистанцию и твердый курс. Я за права и за барьеры, а не достойным по плечу. Не мыслю службы без карьеры, но и в премьеры не хочу. Я был горяч, теперь остужен, миролюбив, но, так сказать, при случае не безоружен. Мне сдачу дать, как сдачу взять. Короче говоря, вам нужен такой неутомимый зять. Интересная картина. Но коли я законный тесть, то это значит, Алевтина, постой, постой, тут что-то есть. Суть в том, что нет отныне пищи досужим байкам, надлежит усвоить людям, как я сшит. Они смекнут на пепелище. Подобный малый не спешит, ни камикадзе не шиит. Сев в лодку, проверяет днище. Да, уж такой не насмеши. Молочников, ты голова. Кто б думать мог? Ах, черт хвостатый! Да как же обстоит с цитатой? Давно известные слова. Не только разумом богатый, но первый встречный знает их. Хватают мертвые живых. Хватают мертвые? Вот-вот. Ты прав, сынок. Я прав, папаша. Понятно, что цитата ваша лишь современный перевод живому Тормос Мертвечина. Вполне возможный вариант.
Молочников, да ты талант. Ты выдающийся мужчина. Не хрюкнет ни один педант. Классическое изречение, что взято на вооружение с незапамятных времен созвездием больших имен. Кого там нет и среди них? И сам товарищ Луначарский. И буревестник пролетарский. И еще множество других. Хватает мертвых живых. Так это же подарок царский. Дай, обниму тебя, жених. Все обошлось из перепуга. Похоже, поняли друг друга и общий вы нашли язык. Ну, дочь, приди в мои объятия. Ты умница, готов признать я. Давно бы то. Я было сник, но возродился. Ах, Людочек, вот дожили. А ты, сыночек, скажи хоть отчество свое. Как? Гордеевич. Совсем не дурно. Ей-ей звучит вполне культурно. Да, все при нем. Не видишь все. Тут только ноги в стремена и вскачь вперед. Когда-то смело мы б выпили за это дело. Теперь другие времена. Не травим ни души, ни тела, зато и голова ясна. Любая мысль, как находка, и формулируется четко. Мы славный день еще отметим. Но в этот полный смысла час, взволнованный событием этим, я должен обратиться к детям. Напутствовать я должен вас. Мы, слава Богу, понемногу прошли немалую дорогу. И не тем, чтобы упрекнуть, но только правды вящи ради, считаю важным подчеркнуть. Отцы и матери, и дяди вам сильно облегчали путь. А наш потребовал труда. Нам нежиться на мягком ложе не привелось. Все было строже, но прожили не без следа. И вы, перешагнув порог, не забывайте корни эти, но помните, что жить на свете непросто, не для всех пирог. Колючки есть в любом букете, сидят не только на банкете. Да, мы вас баловали. Что же, пройдет с годами, не беда. Я современной молодежи останусь другом навсегда. И символический мой тост за ваши новые успехи, за счастье, за дальнейший рост, чтоб важные наметив вехи, вы одолели все помехи, дошли, как говорят, до... звезд! Людмила! Ну? Не прозевать бы! Всего-то несколько минут! Да не останусь я без свадьбы! Домой девицы не вернут. Кирилл, Антон, все я да я, одна за всех, и все достало. Ах, образ матери, не зря на нас ты смотришь с пьедестала. На мне обед,
на мне подарки, один задумчив тот устал, вот скоро грохнусь от запарки, тогда поставят пьедестал. Сердечно счастлив так держать, скорее внуков Никаноров. Расчувствовался старый Боров. Ну, нам видней, когда рожать. От Никодимовых салют. Целуем милую невесту. А жениху салют не шлю? Не знаю, как. А было б ко месту. Пусть ясен будет небосклон, целуем молодых хозяев, а тестью с тещей наш поклон. Друзья ликуют, Николаю. А все же отрицать нельзя, что все они мои друзья. Нас сплачивает общий труд, и братство нам необходимо. Вот Николаев, Никодимов и Никаноров тут как тут. Все вместе мы не победим. Друзья придут и подопрут. Ну, задымишь необратимо, тогда, конечно, продадут. А все же все мы побратимы. Молодчик! Антон, вас ждут. Ну, что там? Наблюдать, как торжествует добродетель, и вдруг снисходит благодать. А ты с чего такой родитель? Так Бог свидетель, я свидетель. Я нынче буду подтверждать, явившись с вами во дворец, законность радостного акта и весь высокий пафос факта соединения сердец. Дабы им не лежать во прахе, кому-то нужно отвечать. Но ведь важнее, без сомнений, что ваша с зятем связь верна, что ваш руководящий гений решил проблему поколений, что вы теперь семья одна, и в ней преемственность видна. Ты запиши мне этот тезис. И тезис, да и весь генезис. Вы все получите сполна. Иришка! Зовет жена. А ты занятная фигура. Да, все-таки литература. Небезопасна. А нужна. И вот приспичило Антону опять звонить по телефону. Откуда столько дел? Всегда он был такой. Созрел, заметно вырос. Все не дети. Как знать. А впрочем, все на свете меняется. Не вы. Как раз мной заниматься смысла нету. Я вижу лишь невесту эту. Взглянуть достаточно на вас, чтобы обнаружить воплощение высокого преображения. Так замуж вышла. Добрый час, хоть белый, завистье полон, пусть весело плывет ваш челн. Вы ловко спрыгнули с челна. Поверьте, что и мне не сладко, но жизнь чуждается порядка своей сумятицы верна. Рационального зерна в ней ощущается нехватка. И не хватило вам ума. Что делать, рыжая чума? Сверчок да знает свой шесток. Вы сверчок, большая страна. А вы примите эту данность. Но жребий у сверчка жесток. Нет, есть в нем и своя гуманность. Какая ж? Невысок полет, но ведь зато сверчок поет. Да, мастер вы словесных петель, но иногда приходит срок не слов, а действий. Я свидетель, а не жених и не игрок.
мне эти страсти не по чину. Игра в любовь, игры любовь сложнее. Зачем искать причину? В любовь играют лишь мужчины. Трус не играет и в любовь. Молочничек, мы ждем. Ну что вы, готовы? Мы давно готовы. А я тем более готов. Ну, с Богом! Ох, какая драма! Вот выдашь дочь, поймешь. Уж прямо. Сначала Лару выдам, мама. Уж к ней подкатывался Лбов. Ах так! Ты этого дебила добыла? Вроде бы добила. Ну и змея. Тут дело тонко. Не знала я мечты иной. Всегда хотела стать женой великосветского подонка. Что безнадежно поврежден, он был родительской заботой, а воспитательной работой, возможно, больше обойден. Нет, какова? Все это шутки. И шутки тоже нам нужны. Есть сферы, где они вредны. Подобным крайностям мы чутки, и уж не так они смешны. В присутствии моей жены... Молодчик, не откажешь в хватке. Подруга, ты в большом порядке. Он прав. Есть то, над чем не шутит. А вы и ваши все друзья, скажу я, только воду мутят. Тоска, и пошутить нельзя. А кто шутил? На воде гонит. Серьезно говорила я. Свернули! Время! По машинам! Пока не требуют гудком. Располагайтесь в них чин-чином, а мы за вами, за рулюком. Сядь. Притомился? Догадался. Там ждут, ведь это ж брат. Скандал. Ой, ждут. Я дольше дожидался. И поджидал, и выжидал. Теперь пусть ждут меня. Удал. В день свадьбы думать о реванше. О нем я думал много раньше. О нем я буду думать дальше. Себе я клятву в этом дал. А между тем... Твой бедный тесть совсем тобою околдовал. Еще бы. Спас ему я честь. Конфликт вполне локализован. Он знает, я ему помог. Я вытащил его из лужи, чтоб не сказать словечко хуже. Да. Да, ты сделал все, что мог. Но все-таки на всякий случай цитату снял. Он почему? Мой был совет. Так будет лучше. Прав. Нужно ли знать, что так живуче? А ты лукавый паренек. Жди переделки неминучей. Ведь что ни слово, то намек. Впредь надо быть потише. Впредь свой стиль оставишь, он рискован. Уж слишком голубь ты раскован. Недолго так и погореть. Всего себя пересмотреть. Мой шустрый, ты теперь обязан, поскольку ты со мною связан. Да уж не действуй, как медведь в посудной лавке! Пусть твой разум твою придерживает прыть. Все говорить большой соблазн, но кое-что полезно скрыть. Не ярничай, не жми педаль. Не из веселых кавалеров растут ряды функционеров. Не за язык дают медаль. Сначала смех, потом печаль. Тому есть множество примеров. Умей не попадать под пресс, ну и не прыгай мелким бесом. Фартит одним тяжеловесом. Пусть твой понятный интерес глядится общим интересом. Запомни! Жизнь – это лес,
чтоб стать умелым дровосеком, забудь былого орлюка. Моим ты будешь человеком, я не оставлю земляка. Ты явно хочешь мне добра. А как прозрачна и щедра лавина этих информаций, спасибо. Честная игра. Но мне придется собираться. Бывает всякая пора, то время тлеть, то загораться. Пусть по натуре я пострел, но чувствую, что я дозрел до полной смены декораций. Жаль. Соскочил. Слаба резьба. Далеко ли навострил ты лыжи? Не знаю, дальше или ближе. Важна лишь новая судьба. Приходит час, и настает неотвратимый поворот. Час роковой, час пограничный. Воистину, рубежный час. Все, что обычно и привычно, ты видишь вдруг, как в первый раз. Вдруг станет ясно, как на грех еще ты жив. И то, что было тобою, живо, не застыло, и пронесенное сквозь всех не вовсе стерлось, не заплыло, но не навек, нет, не навек, дается молодость и сила не отшутиться. Нет, мой милый, так оборвишь на месте бег, не то исчезнешь без следа ты, и жизнь промчится стороной, промчатся дни, промчатся даты, и от цитаты до цитаты прошелестит твой срок земной. Нет, черт возьми, я весь не вышел и не погас для верных дел, пусть я не лучше и не выше, но этот цирк мне надоел. Пора одежды отряхнуть, настало время отдохнуть от мастеров его арены, которые не первый год поддерживают перемены, оберегая обиход от озабоченных паяцев, канатоходцев, бедолаг, от деловитых тунеядцев и от бездельников деляг, от фраз знакомых, неизменных, от резолюций непременных, от всех бумажных крепостей, от истин псевдо современных и псевдоважных новостей. Жаль, жаль. Ну что ж, тебе видней. Идем! Поскольку монотонно пока что требует Антона к желанной жертве Гименею, теперь, дружок, изволь сиять. Смотри на мир без наслоений. Процесс сильнее настроений. Однажды трудно их разъять, тогда нежданно, в вечеру, как говорили наши деды, на Балтазаровом перу по случаю его победы какой-нибудь очередной служебной битве громовой на стенке вроде беспричинно проступит надпись сквозь ковры. Все так, живуча мертвечина, но до поры... Мертвечина. Но до поры!